Завтра в одноименном спортивном комплексе в городе Каспийске стартует первый день соревнований 54-го международного турнира по вольной борьбе памяти пятикратного чемпиона мира Али Алиева. В состязаниях примут участие спортсмены из 13 стран. На ковер выйдут порядка 250 вольников. Дагестанские борцы будут представлены отдельным составом. Это молодые спортсмены, способные заявить о себе. Также среди участников турнира будут обладатели медалей чемпионатов мира, Европы и России. Ильяс Бекбулатов, Магомед Курбанов, Ибрагим Ибрагимов и многие другие. Борцы вольного стиля разыграют 10 комплектов наград. Завтра будут проходить предварительные поединки и полуфиналы 57-97 килограмм. 29 июня также пройдут схватки и торжественное открытие соревнований. В заключительный день 30 июня пройдут утешительные поединки для вольников 61-125 килограмм. Накануне в Махачкале в преддверии спортивного события прошла пресс-конференция, где на вопросы журналистов ответили начальник отдела республиканского Минспорта Марат Ибрагимов, исполнительный директор Федерации борьбы региона Махмуд Магомедов и наставник сборной Гаджи Рашидов.